Всем привет! С вами интернет-магазин сковородок ecosковорода.ru, и сегодня мы представляем вашему вниманию видеообзор на серию кастрюль Универсал от ведущей российской компании Тима. Кастрюли подходят для всех типов плит, включая индукционные. Имеют утолщенное дно, мерную шкалу внутри, крышку в комплекте и отверстие в крышке для слива жидкости. В серию входят кастрюли и ковши объемом от 1,2 до 6 литров. Ссылка на товар в описании ролика. Все товары серии упакованы в картонную коробку синего цвета. Такая коробка будет не просто защищать товар при транспортировке, но и в ней можно подарить товар в качестве подарка, например, на день рождения. Стыдно не будет. На упаковке производитель наносит информацию о том, что кастрюли сделаны из нержавеющей стали 1810. Отличительной чертой стали 1810 является высокая плотность. Благодаря этому поверхность металлического изделия практически не содержит микропор, а значит грязи и микробам просто негде скапливаться. Кроме того, такая сталь очень твердая и устойчива к механическим повреждениям. Никаких царапин, сколов и других дефектов, никакой коррозии, ржавчины и окислительных реакций. На передней части упаковки производитель перечисляет характеристики посуды. Это теплоемкое капсульное дно. Подходит для всех типов плит. Стеклянная крышка с паровыпуском и отверстиями различного диаметра в стальном ободке для слива жидкости. Два специальных носика на кастрюле для слива жидкости и мерная шкала на внутренней стенке кастрюли. С другого бока коробки производитель нанес информацию о типах плит, которые подходят для данной посуды. Это все типы плит, включая газовые, электрические, керамические, индукционные. Также посуду можно использовать в посудомоечной машине. А теперь давайте откроем упаковку, посмотрим на кастрюлю внутри. Внутри каждый элемент у нас упакован в свой пакет индивидуальный, крышечка в пакете и сама кастрюля. В данном обзоре мы используем 3-литровую кастрюлю. Давайте рассмотрим крышку. Крышка выполнена из закаленного стекла, имеет встроенный пароотвод. Достаточно высокий бортик, с одной стороны отверстие покрупнее для слива жидкости, с другой стороны более мелкие отверстия. Данные отверстия вкупе с носиками, которые у нас используются в кастрюле, с одной стороны и с другой стороны. Данные отверстия в крышке позволяют очень удобно производить слив жидкости из кастрюли. Допустим, вы сварили макароны. Достаточно наклонить кастрюлю, и вся жидкость у вас вытечет. Если вам надо побыстрее это сделать, то вы можете использовать отверстие большего размера. Таким же образом. Внешняя поверхность кастрюли глянцево-матовая. Сверху и снизу глянцевая, по центру идет матовая полоска. Ручки кастрюли металлические, с одной и с другой стороны. Дно у кастрюли утолщенное. Снизу у нас на дне информация о производителе, о том, что это российская компания Тима. Нержавеющая сталь 1810. Опять перечислены типы плит, на которых можно использовать данную кастрюлю. Также есть информация о том, что кастрюлю можно использовать в духовке благодаря данным металлическим ручкам, которые не нагреваются при приготовлении пищи. Внутри кастрюли на бортике нанесена мерная шкала, которая позволяет очень удобно измерить объем жидкости, находящейся в кастрюле. То есть вам не надо покупать специальные мерные стаканы, чтобы измерять количество жидкости. Плюсов данной кастрюли можно отметить материал, из которого она изготовлена. Это нержавеющая сталь 1810. Вторым плюсом можно сказать универсальность типов плит, на которых она используется. Это все типы плит, включая индукционные. А также можно использовать в духовке и в посудомоечной машине. Кастрюля оснащена удобной крышкой с отверстиями разного диаметра, побольше с одной стороны и поменьше с другой стороны для слива жидкости. Удобная мерная шкала внутри кастрюли на внутренней стенке, носики для слива жидкости по бокам. И также к плюсу можно отнести хорошую надежную упаковку кастрюли. Из минусов кастрюли серии Универсал можно отметить то, что вот эта вот выемка, она достаточно большая и будет съедать какой-то объем жидкости внутри кастрюли, что не всегда удобно. И второй минус, пожалуй, о котором стоит сказать, который
присуща по большому счету всем товарам из нержавеющей стали с глянцевым покрытием, это то, что такое покрытие достаточно маркое, и на нем могут оставаться отпечатки ваших пальцев. Со временем они накапливаются, посуда выглядит уже не так презентабельно, но достаточно легко все это убирается, просто можно взять тряпочку, протереть, и следов не останется. В заключение хочется сказать, что кастрюли серии универсальные, хорошие добротные кастрюли за весьма приемлемые деньги. На фоне остальных кастрюль они выделяются своей функциональностью. Это и дополнительные носики, и отверстия в крышке, и универсальность по типам плит. Все они подходят для всех типов плит. Также кастрюли надежны за счет своего толстого дна. Недостатков в данных кастрюлях практически нет. Это лишь маркость, следы от пальцев, которые будут оставаться на внешней поверхности кастрюли. И немного съедается внутренний объем за счет крышечки. Если у вас возникнут вопросы по данной серии, вы можете задать их через сайт или по телефону. Рекомендуем ознакомиться с отзывами от клиентов о товарах данной серии у нас на сайте, а также посмотреть фотографии товаров и подробные описания. Если данный обзор вам понравился, поставьте, пожалуйста, палец вверх. С вами был интернет-магазин сковородок ecosковорода.ru. До новых встреч!